Добрый день. Засиделись на работе? Я предлагаю вам сделать несколько упражнений от усталости в ногах. Давайте начнем. Начинаем с базовых шагов. Просто шагаем на месте. Легкий шаг. Высоко колено поднимать не надо. Руками работаем в унисон к своим ногам. Дышим ртом. Во время всех упражнений мы дышим ртом. Всегда. Добавляем движение, выкидываем ногу по очереди вперед. Левую, правую. Как бы отбрасываем ее от себя. Всю усталость своих ног скидываем вперед. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добавляем легкий шаг. Вправо, влево. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Движение каждой ногой по трем точкам. Правая нога вперед, в сторону, назад. Повторяем за мной вперед, в сторону, назад. Еще 4 раза. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Последний раз. 1, 2, 3. Аналогично работаем левой ногой. 3 точки. Вперед, в сторону, назад. 4 подхода. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Последний раз. 1, 2, 3. Встряхнули ножки. Не забываем дышать ртом всегда во время упражнений. Делаем небольшие выпады, так скажем, полувыпады. Не надо садиться слишком низко. Правой ногой поменяли ножку, левой. Продолжаем выпад. Встаем левой ногой. Еще 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зашагали на месте, продышались. Теперь делаем шаг то вправо, то влево и наклоняемся немного назад. То есть подобие приседания, но в более легкой форме. То есть небольшой выпад в сторону, шаг. И таз тянем назад. Вернулись в исходную позицию. Левой ногой. Вернулись. Вправо. Вернулись. Влево. Вернулись. То есть у нас одна нога согнута, другая прямая. Продолжаем. 6, 5, 4, 3, 2. И последний круг на левую ножку. Зашагали еще раз, колено высоко не поднимаем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь мы выполняем упражнение захлёст. Повернусь боком, чтобы было лучше видно. Поднимаем за спиной стопу, поднимаем пяточки. В конце еще можно отбрасывать пятку назад. То есть мы не просто делаем захлёст, но и дорабатываем в конце еще, делаем кивок стопой назад. Руки можно положить на пояс, как вам удобно. Продолжаем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В исходную позицию вернулись, стряхнули ногами. Ну и как же без наших классических приседаний? Но опять же сделаем в более легкой форме. Ножки примерно на ширине плеч, слишком широко не надо. Руки как удобно, можно на пояс. Мы делаем неполный присед, не до конца. Слегка сели, встали. Важно, колено у нас не выходит за уровень вашей обуви, за уровень носка. Сели, встали. Руки как удобно, можно на пояс. Всего 10 раз. 10, 9. Низко не садимся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И посидели немножечко. 10, 9, 8. Терпим. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, кто дотерпел. Ножки стряхнули. Можно даже немножечко пошлепать по своим ногам, если они устали. Мы сделали с вами отличную разминку и можем теперь с улыбкой возвращаться к своей работе.